В селе Зиртас Южно-Казахстанской области река размывает кладбище. Несколько могил уже разрушены. Человеческие останки унесло вниз по течению реки Сайрамсу. А ведь водой из нее пользуются жители сразу нескольких населенных пунктов. Подробности в нашем материале. Тимибай Базаров – человек верующий и очень неравнодушный. Несмотря на то, что сам живет в отдаленном поселке, первым забил тревогу. На этом кладбище у него похоронена родственница. До ее могилы вода пока не добралась, но мужчина не на шутку встревожен. Когда я был здесь в прошлый раз, зияли три дыры, теперь еще две. Я это увидел, когда мы приехали сюда хоронить сватью. Оказалось, что река Сайрамсу разрушила берег, а вместе с ним и могилы. Обеленные временем кости виднеются даже на поверхности земли. Сколько унесла вода, никто не знает. А ведь вниз по течению сразу несколько поселков. Люди пользуются этой водой, поют скотину. Да, я слышала, что вода подмывает могилы, что даже уже кости видно. Сама не видела, но люди говорят, что надо срочно меры принимать. Знают о потенциальной санитарной угрозе и в местном акимате, но прямо сейчас ничего поделать не могут, даже беря в расчет то, что в любой момент может смыть и другие могилы. Весной начнем сажать деревья вдоль берега, чтобы укрепить его. Обратились в районы ЖКХ, чтобы выделили деньги на бетонные укрепления. Были предложения сдвинуть в другую сторону русло реки. Меры принимаются. Местные жители же просят власти поторопиться с решением проблемы, а санитарных врачей исследовать воду, пока беды не случилось. Ардак Камал, Асем Караулова, Информбюро, Южно-Казахстанская область.